Иногда мама отводит к бабушке. У бабушки мы играем в игрушки, в куклы, в Барби. Я всегда хожу гулять в выходные. Могу играть на фортепиано там. Я играю на лыжи, меряю свои. Играю в ПСП, читаю. Смотрю мультики с папой. В деревню езжу. Ну, играю там, гуляю. И очень люблю рисовать, это, что у нас происходит в деревне. Иногда Саша велосипед сбрасывает с мостика. Ну, по субботам на танцы все время. А в воскресенье, может, дома сидим. Не у бабушки играю, либо в тенушки убираюсь. Я провожу в гостях у кого-то, или гости к нам приезжают. Или мы уезжаем в какой-нибудь парк большой, или в Москву. Я ездил в магазины и одежду покупал.